В отличие от гала-концерта, сейчас в зале пусто, только родители, пришедшие поддержать исполнителей и жюри. Зато за кулисами волнительная суета. Участники прослушивания получают последние наставления. Самое главное – четкая дикция, да, артистизм и зажигательное настроение, чтобы всем людям в зале, присутствующим и членам жюри, очень понравилась ваша песня. В нынешнем году фестиваль песни «Рожденные сердцем» будет проводиться 18-й раз. По регламенту принять участие в нем может любой желающий в возрасте от 6 до 80 лет. Главное, чтобы исполняемое произведение было патриотической направленности. Очень много взрослых участников, очень много всегда бывает на всех фестивалях, но в основном даже, знаете, такая интересная тенденция последние годы сложилась. Очень много участников из воспитателей детских садов, учителей школ. Ну, очень приятно видеть этих людей совершенно в ином качестве на сцене. На предварительное прослушивание заявилось более 80 человек. Дарья Кислицкая учится в Видновской школе искусств, ей 8 лет, но она уже 2 года занимается вокалом, и каждый выход на сцену волнителен. Как чувствовала себя на сцене? Ну, нормально, немножко волновалась. Часто выступаю, но последнее выступление было здесь. Здесь? А до этого, ты говоришь, часто где это, в школе или здесь? Ну, иногда в школе, иногда здесь, иногда в детском городке, например. Лишь около 40 участников смогут принять участие в гала-концерте фестиваля песни «Рожденные сердцем». Отобрать достойных исполнителей – нелегкая задача. Впрочем, у тех, кто оказался, может быть, чуть слабее конкурентов, еще не все потеряно. Прослушивание длится несколько часов. Сейчас объявлен перерыв, и жюри ушло на совещание. Вообще, надо сказать, что этот фестиваль – довольно длинная история. Здесь смотрят еще и тех, кто впоследствии сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 9 мая или 23 февраля. Также некоторые песни не совсем соответствуют патриотической тематике. Таким исполнителям рекомендуют принять участие, например, в эстрадном фестивале «Эдельвейс», который пройдет в конце апреля. Кроме этого, на здешних слушаниях одних вокальных данных мало. Ведь песня – это маленький спектакль, и его нужно сыграть. Должно быть развитие в песне, кульминация, кода. Это тоже оценивается. Костюм, то есть сценография. Танцовка есть, видеоряд. Это, в общем-то, вкупе. Увидеть лучших из лучших можно будет уже совсем скоро. Патриотический фестиваль «Песни, рожденные сердцем» пройдет 9 февраля в Видновском районном центре культуры и досуга. Максим Козлов, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.